Иланг Инголд. Есть, значит, два варианта. Иланг и Иланг Инголд. Один вариант идет с, вот как показано на слайде, с легкой такой вот золотой дисперсией, то есть внутри как бы вкрапление золота. Они сначала оседают на дно, но потом при взбалтывании покрывается полностью вся жидкость золотом, и при распылении на коже мы видим такое вот золотое мерцание. Это была первая версия, и потом они создали еще одну версию Иланг. Они ее создали как унисекс, который с золотом шел как женский вариант. Но так как был заказ для мужчин в Арабские Эмираты, вот они любят такие ароматы, вот создали Иланг без золота. Это аромат 2011 года. Основные ноты – это герань, артемизия, магнолия, кокосовый орех, ваниль и мускус. Стойкость изумительного аромата. Даже ходили вот слухи, что просто если, ну, я не знаю, по два дня держится аромат. Очень-очень он яркий, очень красивый. Причем он хорош любое время года. Можете смело заказывать.